работа ловушки, она всегда красиво воспринимается. Так что здесь сорвал весты и аплодисменты, и все, что мог. Так, тут приличное столкновение на борту, и даже сейчас какие-то из этого выводы будут, но вопрос, как там Лазарев вообще... Бурдасов будет удален. Опять второй, по-моему, сегодня Гончаров удалился, когда Хоряков после падения пытался встать. И в этот момент как раз идет защитник бить. И игрок и попадает локтем. Но здесь удар в голову очевиден, и поэтому как бы и больше не получил бы Бурдасов. Я думаю, что он сам понимает, что... Хотя, там есть нюанс, что человек, получивший в голову в этот момент, находился не совсем в вертикальном положении. Поэтому там вопрос, бил ли Бурдасов, отрывал ли Бурдасов. А это не важно, это не важно. Это не важно, знаешь почему? Вот на самом деле, вот он момент, здесь как раз все хорошо видно, и в данном случае. Но, знаешь, кое-что потерялось при перемене.